31 кастрычніка у Магілёве стартуе музычны рэтрафестываль «Залаты шлягер». Любы, Валерий Меладзе, Татьяна Буланова, Ігор Саруханов, Анатоль Ярмоленко, Інна Афанасьева, Іскуі Абалян, Сасо Пауліашвілі, Рышар Галіяна і Бэд Бойз Блу. Арганізатары абяцаюць і сюрпризы. «Залаты шлягер» вяде сваю гісторыю ад 1995 года. Адзін час ён быў самым буйным музычным рэтрафестывалем Еўропы. Цяпер жа праводзіцца раз на два гады. Яго адметнасць – цёплая атмасфера, любімыя шлягеры мінулых гадоў і папулярныя выканаўцы. Пра праграму і цікавосткі сёлетняга «Залатога шлягеру» расказала ў інтэрв'ю тэлерадыёкампаніі «Магілёў» мастацкі кіраўнік Магілёўскай абласной філармоніі Святлана Ефімук. Напрыклад, сюрпрызамі для публікі сёлета стануць творчыя саюзы беларускіх і расійскіх артыстаў. На «Золотом шлягере», на открытии «Золотого шлягера» будет много своеобразных исполнительских премьер, когда наши белорусские исполнители поют вместе со звездами. Искуи Абалян, например, споет вместе с Игорем Сарухановым «Желаю тебе из тысячи звезд одну самую яркую». Инна Афанасьева споет со Сасо Павлиашвили. Премьер оркестра, это белорусская наша группа, будет аккомпанировать джазовым музыкантам из Бразилии и США. Екатерина Шаврина споет с молодым белорусским коллективом «Ляльки Корпорейшн». Ну а закончится творческий проект таким синтезом, таким ярким исполнением музыкальной композиции – это песня «Моя Беларусь». Ее исполнят Анатолий Ермоленко и Сасо Павлиашвили. Глядите интервью Светланы Ефімук про «Золотый шлягер-2019» у информации на аналитичной программе «Днями».